Нападающий уборской команды «Кварц» Влад Иванов занимается своим любимым видом спорта 4 года. Для 9-летнего футболиста это, надо сказать, неплохой стаж. Его гол не только привел команду к победе в финале всероссийского турнира, но и подарил им путевку в Испанию. Я офигел, похвастался. Что говорят? Ну, а правда то, что ты поедешь в Испанию? Я говорю, правда. В августе прошлого года юные футболисты первый раз выехали за пределы региона. Чемпионы области мечтали сыграть с московским «Локомотивом». 9 игр и ни одного поражения. Игра с «Локомотивом» была последней. Счет встречи 2-1. Тогда никто и не подозревал, что поездка на всероссийский турнир подарит им путевку на тренировочную базу лучшего клуба 20 века, по мнению FIFA, «Реал Мадрид». Я не поверил. Я думал, вообще, это нереально. Потом почувствовал это уже и начинаю хотеть узнать, что о городе, узнать, какие там игроки есть, и научиться от них чего-нибудь. Там будут работать испанские тренера, чтобы слушались, чтобы что-то почерпнули, обязательно почерпнут. И я как тренер наберемся, я опыта наберусь, мальчишки обязательно. Это здорово, это один раз в жизни такое может быть. Стажировка в Испании рассчитана на 2 недели. Ежедневные тренировки с наставниками мадридского клуба, изучение испанского языка. Кроме того, борскую команду ждет экскурсия по Мадриду, поездка на стадион Сантьяго Бернабеу и посещение музея мадридского Реала. Пока мальчишки потихоньку перестраиваются со «здравствуйте» на «ола», мечтают о встрече с именитыми игроками, принимают поздравления, наставления и до конца не могут поверить собственному счастью. Просто приобщиться вот к этому клубу. У Реала истории 114 лет, то есть это вот такая серьезная спортивная история. Вот. Нам очень хочется, конечно, чтобы ребята там почерпнули какое-то вдохновение, почерпнули мастерство, почувствовали себя настоящими, в полном смысле слова, футболистами, ну и вернулись в Россию. У нас здесь на Бару есть команда, которая достаточно яркая, которая как минимум вот поколение вот этой параллели плюс-минус несколько лет точно будет на слуху, на виду, и ребята вырастут как минимум здоровыми, спортивными, физически развитыми. Возможно, именно они через 8 лет заменят Березуцкого, Глушакова и Акинфеева и, наконец, выведут российскую сборную из группы и даже приведут страну к победе. Пока же у спортсменов менее грандиозные планы. В сентябре этого года они продолжат отстаивать честь Нижегородской области на соревнованиях в Анапе. Алевтина Батурина, Виктор Киселев из Бурского района, «Объективное на НТВ».